раз завершала небольшой трехдневный микроцикл, в котором мы тренировались в двухразовом режиме. Поэтому мы проверили наших футболистов на фоне неопределенного утомления. Я считаю, что информативная была игра. По качеству, по результату, естественно, мы довольны. Счет нас вполне, естественно, устраивает. На ноль сыграли в обороне. Вот. Дальше посмотрим видеоматериалы, оценим действия каждого футболиста. Но в целом мы довольны, нам удалось тактические взаимодействия в обороне, в атаке проверить. Плюс радует розыгрыш стандартных положений. Какие дальнейшие планы по подготовке? По планам у нас запланирована еще одна игра. Команда играет на край, медик называется. 22-го в 11 часов. Дальше дальнейшие планы, работаем также в двухразовом режиме. И отъезд 24 января. В целом условиями сбора довольны? Великолепные условия, поля. Очень радует организация. В том плане, что никаких проблем нету с инвентарем, с предоставлением тренажерных залов, восстановительные мероприятия, бассейны, бани, все. Все условия созданы для продуктивной работы. Остается сказать, что наши футболисты добросовестно относятся к занятиям и никому претензий никаких нету по самоотдаче, по желанию, тем более по дисциплине.